Эй, ом намасте, дорогие друзья, здравия! С вами снова Ярослав Мудро-Воронцов. И сегодня я хочу рассказать вам о кофе. Кофе. Давно я хотел рассказать вам о кофе, но сегодня появилась такая возможность. Наконец-то я собрался и расскажу вам об этом прекрасном напитке кофе. Как вы знаете, есть кофе зеленый, есть кофе черный, есть кофе хороший, есть кофе плохой. На самом деле, кофе оригинальное. Давайте позвольте, я покажу, какого цвета натуральный кофе. Натуральный кофе зеленого цвета. У меня сейчас нет с собой образца, поскольку зеленый кофе я видел только в США. На вкус его не пробовал ни разу, не могу сказать. Вот кофе, как выглядит кофе. Не знаю, видно на экране кофе, который в разрезе, который здесь вы пьете обычно, да? Вот, пожалуй, так. И, как мы видим, этот кофе, это уже обжаренный кофе, натуральный кофе, так же, как и чай натуральный, он зеленого цвета. После того, когда он проходит термическую обработку, ферментацию, наполнение разными запахами, ароматизацию. И самое важное, что из него делают, это его обжаривают. Его жарят до консистенции такого угольного состояния. То есть, в моем понимании, а что происходит с этим кофе? Натуральный продукт, который был зеленого цвета, его на сковородочке обжаривают, жарят, образно говоря, на сковородке, конечно, жарят его до такого состояния, что он становится угольного цвета, то есть превращает зеленый продукт живой в канцероген. Канцероген, который уже пережаренный, это по сути своей просто угли. Угли. Обжаренные угли. И что дальше происходит? Мы затем эти угли заливаем водичкой и бульончик с этих канцерогенов мы кушаем. Мы вкушаем и смакаем и наслаждаемся сбором канцерогенов. И давайте теперь подумаем, мало того, что это канцерогены, которые мы травим в свой организм, я уж не говорю о том, что в кофе находятся разные микроэлементы, которые... Кофеин, да, говорится, кофеин. Я не знаю, насколько там много кофеина и что там есть с этим кофе, но я сегодня... Это все вещи вы уже знаете без меня давно. Я хочу обратить ваше внимание на те вещи, которые, мне кажется... Это не обращается внимания абсолютно прописные истины, хотя бы с тем, что кофе, это зерно кофе, которое стало обугленным канцерогеном, мы пьем отвар с этого канцерогена. Вот давайте подумаем хотя бы об этом. Не думаем там о других веществах, которые действуют на нас, о кофеине и всем том прочем, что стимулирует, да, наш мозг. Давайте рассмотрим вкратце, как это все происходит. Прежде всего, хочу сказать, друзья, что то, что я скажу, это мое личное видение. Ни в коей мере не претендую на истину последней станции, и вы вправе принимать мнение, пить вам этот кофе или не пить. В свое время я пил достаточно много кофе, но кофе я пил не в таком виде, как он находится здесь у нас в странах СНГ, который очень крепкий, турецкий и так далее. Кофе я в основном пил Dunkin Donuts. Это известная сеть кофе и пончиков в Америке. И там кофе пили большими такими бутлями, super large, extra large. Это где-то пол-литра, не менее. И в этот кофе туда входило больше сливок, cream. И когда я пил там кофе, оно почему-то, ну, как-то, как напиток, легкое было, очень такое мягкое, легкое. Ну, то есть я был, скажем, кофеманом. Не так, чтобы много, ну, по вот этой чашечке Extra Large, по пол-литровой, я где-то три раза в неделю, два раза в неделю выпивал точно. С пончиком я приходил, и мне очень нравился круассан, френч крулер.
excuse me, croissant, French cruller. Он такой мягенький, просто французское слово, и то, и другое. И вкусные пончики эти, булочки там, да, так наши называемые. Starbucks не очень хороший, пил его раньше пару раз, очень крепкий какой-то, ну не знаю, это мне очень-очень крепкий, очень канцерогенный, я бы так его назвал. Я тогда не понимал, в чем это дело, ну и, в общем-то, кофе я относился просто как к напитку, напитку, в котором побольше молока, побольше молочного, а привкус кофе просто давал какой-то особый такой аромат, который ты вкушаешь, когда заходишь в кофеварню, там запах, аромат такой. Особенно, когда ты голодный, ты идешь по улице, тут ароматы, это кофе тебе просто зачаровывает. Ты думаешь, а где, заходите, там булочка такая белая, углеводная. Мы садимся, булочкой, кофе, и этим употребляем. И попробовал я здесь, в Киеве, пару раз этого кофе также. И вот давно решил уже поделиться своим мнением по этому поводу. Не знаю почему, то ли давно я кофе очень не пил, то ли кофе здесь какой-то особенный в Украине. Но суть в том, что когда я выпил кофе, вот этот обычный там латте, американо с молоком, даже очень много молока, там двойная, тройная порция молока я брал. И сколько там, ну грамм 150-200, может быть, не больше, это чашечка. И после того, когда я выпил это кофе, я чувствую, что у меня просто мозги взрываются. Мозги, нет, за мозги, прямо вот, вот вены, артерии, вот это вот пульсирует. Я помню, как раз на учебу пошел, сижу, думаю, что такое, не понимаю. Мне никогда такого не было. У меня нормальное давление 110 на 70, 100, 110 на 70. Я постоянно бегаю, занимаюсь спортом, и проблемы нет с давлением. И только тогда до меня дошло, эй, ты 15 минут назад выпил этот кофе. И, во-первых, наверное, нужно говорить о качестве кофе. Качество кофе, которое здесь продается, понимаете, да, на просторах бывшего Советского Союза. Какого оно качества, я не знаю. Я говорю для любителей кофе, тех, кто не пьет кофе, им вообще это не нужно, да. Понимают, что это такое. Просто хочу внести свою миссию в то, чтобы вы поняли, друзья, может быть, по-другому посмотрели на этот процесс кофепития, это культуры, которая сейчас, культура, которая сейчас внедрена вот в страны бывшего Советского Союза, в нашу славянскую культуру, чего раньше не было. Раньше не было таких этих кофеварок, кофейн, что здесь появилось. Я, кстати, когда приехал с Америки 5 лет назад, я подумал, боже мой, странно, почему здесь до сих пор нету Dunkin' Donuts, Starbucks и все остальное прочее. Но долго не пришлось ждать, через 2 года где-то после этого активно все началось. Кстати, макдональдский кофе, который сейчас так тоже популярен, получается, в этих Макдональдсах. Самый говняшный кофе. Никому не говорите. Нет, говорите, наоборот, говорите, что самый говняшный кофе. Его, ну, не знаю, пока не в США, его, он очень непопулярный, самый отстойный. И, в общем, я решил внести свою лепту для того, чтобы рассказать то, что я чувствую по этому поводу, что мое понимание о кофе. Итак, как мы уже смотрели, кофе, зерна кофе – это жареный канцероген, это продукт, который убитый путем термической обработки, да, обугленный. Раз он обугленный, то есть там конкретные канцерогены, ничего живого там уже нет. Теперь этот канцероген заливают кипяточком, настаивают, и мы успешно пьем эти канцерогены. Что происходит дальше, на моем понимании? Поскольку это канцероген, это инородное и ядовитое вещество, которое попадает в наш организм. Организм устроен таким образом, что всякие инородные вещества, микробы, яды, которые попадают в организм, начинают его раздражать. Раздражают его, и в тех местах, где идет его скопление, активируется большое количество крови. Увеличится давление крови, кровь отходит от тех мест, где она не нужна в этом случае, скажем, там от ног,
других частей тела, и она идет в то место, где наибольшее количество концентрации этого вещества в данном случае. И вот мое понимание, что вот это состояние эйфории, как бы у меня энергия поднялась, я стал такой супер клево себя чувствую, она происходит, я не говорю там о этих кофеинах и все прочее, я об этом ничего не знаю, исследований не делал, я сейчас говорю о том, что я знаю. Значит, вот эти вот яды, попавшие в организм, они активируют защитные функции организма. Лимфа, кровь притекает в то место, где это скопычение этого продукта. В результате увеличится общий кровоток крови в организме. И активированная защитная система организма, она впрыскивает, берет из резервов вот все те сильнейшие гормоны, которые держат нас в тонусе. Вот, например, я бы сказал, наверное, как же, когда вот холод. Что такое закаливание? Холод, когда мы прыгаем в прорубь. Эффект не от того, что мы прыгнули в холодную воду, не от самой холодной воды, да, эффект оздоровительный, а эффект от того, что когда вы прыгнули в холодную воду, организм стимулируется в организме защитные функции. То есть мы подстегиваем иммунную систему, которая начинает резко работать, выбрасывается большое количество гормонов в кровь, и в этом случае идет оздоровительная функция. Оздоровительная функция омывания, очищения организма. Okay? В этом же случае, когда появляется яд, то мобилизуются резервные функции организма, которые должны уничтожить это инородное ядовитое вещество. И поэтому все энергетические запасы, все резервы, которые должны бороться с микробами, призванные для борьбы с микробами, они и начинают обрабатывать те вещества, которые попали в кровь в виде канцерогенов с водички пережаренного кофе, который мы с вами выпиваем. И в этом состоянии, когда в организм входит много крови, все запасы резервов на борьбу с микробом, мы ощущаем такое ощущение, как будто мы, вау, слушай, я себя так в тонусе чувствую, клево, супер, готов делать все, что хочешь, готов перепрыгнуть 5-метровую прорубь. И вот это вот ложное ощущение того, что кофе дает тебе бодрость, на самом деле она дает тебе состояние напряженности, состояние повышенной активности всех твоих сосудов, всех твоего состояния органов чувств, поскольку, в моем понимании, поскольку опасность, когда в организме опасность, что мы делаем? У нас расширяются глаза, у нас утончается слух, мы более резко двигаемся, вот эти гормоны, адреналин, который попадает в кровь во время стрессовых ситуаций, они мобилизуют нас, мы очень быстрые, мы очень активные, мы очень-очень экстремальной ситуации находимся. Но как долго мы можем находиться в этой экстремальной ситуации? Наверное, недолго. Потому что после того, когда, скажем, 5-10-15 минут стрессовой ситуации мы находимся, затем идет что? Истощение резервов, наших резервов, и как результат затем упадок сил. Okay? Вот такая штука происходит с нами. Поэтому, когда мы пьем кофе, мы тем самым подведем итог резюме. Когда вы выпили кофе, вы влили в свой организм канцерогены, инородные вещества, с которыми организм начинает активно бороться. И вот в этом процессе активной борьбы возникает, когда в кровь из резервов впрыскиваются запасные резервы, призванные на борьбу с этими народными телами, с этим ядом, у нас возникает ощущение ложной бодрости, ложной активности, ложного чувства замечательного настроения. Наверное, что вы замечали после того, когда это утихает, когда организм исчерпывает свои резервы на это, приходит обратная реакция, маятник. Сначала мы такие, потом, и
Приходит обратная реакция, качели называется. И происходит упадок. И что, как результат, пришел упадок, что надо делать? Надо опять начинать пить кофе. И вот таким образом мы подсаживаемся на иглу кофейную. И я не говорю, говорить там политическая мотивация, экономическая мотивация этого кофе и так далее. Но самое важное, друзья, я уверен, что вы понимаете, что вот таким образом вы себя просто убиваете. В дополнение к этой мысли скажу еще о допинге. Наверняка все слышали о допинге спортивном, который принимают спортсмены, и антидопинговые компании, организации проверяют спортсменов периодически, постоянно на антидопинг. Я как тренер, спортивный тренер, бывший спортсмен, я скажу вам, что такое допинг. Что такое допинг, многие из вас знают. Почему борьба идет с этим допингом? Казалось бы, результаты повышаются, да? Есть много составляющих этого процесса допинга, но один из важных, самых важных, почему он вреден для организма, почему он убивает людей, суть в том, что у нас в организме, когда мы устаем, вот мы чувствуете, ты чувствуешь доску, устал. Все, валился с ног, больше не можешь работать. Это психическая нагрузка чаще всего, или даже физическая. Дошел до такой кондиции, что вот уже все, с ног валюсь, упал, бум, хана, не могу ничего больше делать. На самом деле, ваша энергия вся не ушла. Там остается еще минимум 30% энергии. Это 30% энергии называется НЗ, неприкосновенный запас, который нужен организму для того, чтобы спасти свои силы на процесс выживания. И внутренних процессов. Например, человек устал, ему нужно покушать. Мы берем пищу и кушаем ее. Так для того, чтобы с этой пищей, которую мы пожевали, которую мы взяли, нам нужно, чтобы с нее получить энергию, нужно затратить энергию. Нужно затратить внутреннюю энергию, чтобы переварить эту пищу. С этой пищей, чтобы стали калории новые, появилась энергия. И вот этот запас неприкосновенный, этот НЗ, он и позволяет организму работать, чтобы с этой новой пищи получить энергию. Ну, это одна из частей, да? Так вот, вот эти запасной, неприкосновенный запас энергии, который создается, он призван для того, чтобы сохранять наш организм в балансе метаболизма, чтобы все было хорошо, чтобы не было истощения, чтобы не было критических резервов, чтобы когда организм уже нет, как скажем, двигателя нет масла, некоторое время может поработать без масла, но потом просто все сломается и весь ваш двигатель сгорит. Так же и в теле. Поэтому 30% это неприкосновенный запас, который не должен никогда тратиться. Так вот, что делает допинг? Допинг позволяет этот уровень 30% НЗ снизить до минимума, до самого минимума, после которого находит летальное исход, смерть. То есть у организма уже нет внутренних ресурсов, которые позволяют ему поддерживать свой автономный режим. Нет ресурсов. Вот почему допинг очень-очень опасен. И в параллель допинга, который я сказал, по спорту, который использует внутренние ресурсы для того, чтобы достигать какие-то... Дальше человек двигался, то есть он бежит в марафон, он уже не может, сил уже нет, я уже устал. И там напрячься надо под горку на велоспорте, гонишься, бум, падаешь ты, все. Организм говорит, все, у меня 30% осталось, дальше нельзя, мне нужно восстановиться. Допинг же говорит, окей, у тебя еще есть, и ты еще берешь 20%, 25% берешь с этих НЗ, выносишь себя в доску, в ноль, и потом просто ты уже сыграешь в роб, в ящик деревянный. Вот такая же штука, друзья, я вижу параллель именно с этим кофе, потому что кофе, когда каждый раз, когда вы пьете чашечку кофе, вы тем самым надрываете и напрягаете свою иммунную систему, свои защитные ресурсы, которые постоянно изнашиваются с каждой чашечкой кофе, которую вы пьете. Вот, пожалуй, все, друзья, что я хотел сказать о кофе. Конечно, кто-то может сказать, окей, не буду пить черный кофе, буду пить зеленый кофе. Это отдельная тема, по другим веществам, которые там содержатся, также нехорошие. Я не буду эту тему сейчас рассказывать, об этом много сказано.
А я только раскрыл то, что я хотел именно обратить ваше внимание на самую такую штуку, то простую. То, что вы пьете канцерогены, друзья, и в этом есть проблема. Вот хотя бы в этом. Вы травите свой организм, просто травите. Не кофеин, что я сказал, мне нужен кофеин, я с кофеином плохо себя чувствую. Но самое хреновое, это то, что вы травите свой организм. Вы травите канцерогенами с этого же.